И еще о спортивной жизни района. В нашем городе проходит уже ставший традиционным шахматный фестиваль «Славянская ладья-2018» в рамках акции «Спорт против наркотиков». В здании шахматного клуба «Белая ладья» собрались поклонники этой древней игры, чтобы выявить сильнейших. Шахматы недаром называют самой лучшей гимнастикой для ума. Мария Шведова, которая демонстрирует успехи в этой игре, увлекается еще и математикой. В шахматах важно хорошо рассчитывать ходы. Я люблю шахматы, потому что это интересная игра, это развитие логики, помогает также в математике. Вот сейчас на математический факультет поступаю. Вообще мне нравится в турнирах сама обстановка, как играет вот, с разными людьми, там, с других городов, проверить и свои силы. Роман Шадрин каждый день проводит за шахматной доской не менее 2 часов. Серьезная игра требует усилий и времени. Я люблю шахматы за то, что это надо вдумываться, за то, что это позволяет развиваться, за то, что я нахожу новых друзей, общаюсь с очень умными людьми, и я просто люблю эту игру. Шахматисты из Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Славянского и Крымского районов собрались в нашем гостеприимном городе для хорошей игры и творческого общения. В основном там участвуют дети, которые хотят повысить свое шахматное мастерство, получить спортивные разряды, вот, и, так сказать, получить опыт, шахматный опыт для дальнейшей игры в шахматы. Ну и после обеда у нас проводится турнир больше такой профессионального плана, то есть там участвуют уже мастера, значит, сильнейшие шахматисты нашего Краснодарского края, которые уже демонстрируют высокие результаты. Вот. И здесь тоже могут некоторые участники наши повысить свое мастерство. Славянские спортсмены, которые добиваются призовых мест в первенстве Краснодарского края и Южного федерального округа, и на фестивале выступают уверенно. Пожелаем им удачи. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».